четверг, 29 ноября, в пожарную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля. В 13:20 в пожарную часть Воткинска поступило сообщение о возгорании. В районе Березовка горела машина марки Nissan. Как сообщили, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке. Площадь пожара – 1 квадратный метр. Возгорание удалось предотвратить на начальной стадии. Пострадавших, к счастью, нет.